Идем. Нет, еще. Спасибо большое, что приняли участие в нашем турнире, посвященном Дню защитника Отечества. Результаты у нас с вами такие. Третье место в открытом турнире по шашкам городского поселения Петра Дубрава, посвященном Дню защитника Отечества, занимает Шейн Алексей Иванович. Ура! Второе место, занявшее в открытом турнире по шашкам городского поселения Петра Дубрава, посвященному Дню защитника Отечества, Зотов Александр Михайлович. Ура! Спасибо большое. Ну и победитель нашего турнира Мамедов Назим. Поздравляем, спасибо. Слава Мамедову! Ни одного проигрыша. Одни победы. Давайте общие победы. Тихо. А мне как иному участнику. Так вот, Лёха, в магазин.